Приветствуем вас! Вы смотрите 176-й выпуск Топа Неудач. На этот раз опять High Elo Edition, и мы начинаем! Третье место в сегодняшнем выпуске занимают Кейтлин и Ариана из команды Фиолетовых. Кейтлин запуталась в кнопках и прыгнула в команду противников с помощью выстрела сетью. Ариана не растерялась, использовала ультимейт у себя над головой, стоя вдали от боя. Сильные керри Фиолетовых теперь не могут помочь своей команде, и синие, убивая еще и Чагата, выигрывают тимфайт. Второе место занимает Кеннон из синей команды. Он отправляет вражескую Диану на лоу хп и собирается ее добить. Но тут его ганкает вражеская Сэджуани. Бой равный и до последнего не ясно, кто победит. Но на помощь Кеннон приходит Джарван. Сэджуани умирает, а Кеннон идет фармить. Он использует свое Е, чтобы прокатиться сквозь волну миньонов. И в этот момент ловит удар от башни, умирая и принося золото Сэджуани. Первое место мы отдали Леоне из команды Фиолетовых. Она попадается врагам на окраинах их базы. Она прижимается к стенке и ждет чудо. Чудо приходит в виде ультимейта от Тристаны, которая вытолкнула Леону за пределы базы. Однако Леона к тому моменту уже потеряла надежду и решила зацепиться за вражеского керри. Леона попала и притянулась в центр команды противника, становясь их легкой добычей. Переведено и озвучено командой X-Delayed. Специально для lolgame.ru. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter, Public, ВКонтакте, а также Raid Call.